Ку-ку-ку-ку-ку-чика, ку-ку-ку-ку-ку. Че ты меня снимаешь? Все спрашивают, где ты? Ты лучше сама снимись. Ой, ты бы лучше сама снимись, а ты бы лучше штаны надел. Я же не снимаю себя в этот... Ну вот зачем ты меня снимаешь? А ты хочешь, чтобы я снимал? Нет, я хочу, чтобы ты снялась, чтобы показалась, а то все спрашивают, где ты. Я женщина взрослая, я уже наснималась в своей жизни, а ты давай, молодежь, шуруй. А у меня достаточно тапочка. Ку-ку-ку-ку-ку. Все с вами ясно. Пока, любимый. Ага, пока. Они там висят на кресле, на кресле брюки. Реальный осьминог. Реальный? Подожди, а как это вы его нашли? Это благодаря мне. Я как увидела, там, думала, что делать, и сказала, я вижу осьминога, вон, посмотрите, это настоящий осьминог. И вот так я посередине вот такой длинный. Я не знала, что делать, потом уже пошла к Тане, ко всем, сказала, я видела осьминога. Я глазам своим не верила. Потом довольно вот такой. Еще такой. Я глазам своим не верил. Потому что я первый раз в жизни вижу, вижу осьминога. Первый раз. Хорошо, что это не медуза. Осьминог это медуза, это разные. О, боже мой. Папа, разные, потому что медуза. Папа, фотографируй у меня, как я залезаю на те скалы. Подождите. Хорошо, что это не медуза. Осьминог это медуза, это разные. О, боже! Скалолаз прям. Смотри, как я еще всю дорожку муравейную растоптал. Посмотри, тут же ты сам глазами не видел, тут дорожка муравейная. Покажи. Не, иди не по этой дороге. Гарик, иди. Гарик, я сказала не по этой дороге. Видишь, тут муравейная дорога. Иди по той дороге. И вот муравьиную дорогу. Значит, уходи. Я не люблю ходить. Гарик, а если ты будешь тут ходить, ты их убьешь. Как тебе сказать? Не точно. Как тебе? Именно вот тут надо... Пошло! Вашу вещь тут. А что это вы тут делаете?
самолет. Вон мне самолет. Раз, два. О, семейство. А, давайте как ракеты. Гайку, ракету у меня, ракету, гайку, ракету как. Давайте. В смысле, бросать? По очереди бросать. Так, ну давай. Теперь тебя. Клава, расскажи, что а у тебя. Сейчас расскажешь. Я сегодня золотистая. У меня колечко розовое и сережки. Так, Кристиночка, как ты оделась? Расскажи. Я сегодня голубенькая. Прекрасно. С пайетками. Будь здоров. И кофточку, которую мама подарила. Что ты надела? А что было, то и надела. Что налезло, то и пошло. Белое, воздушное. А, да, я как... моя дочурочка младшая. Белая, беленькая и воздушная. И Гарик у нас вон. И два мужика моднючих. О, красавцы! Это у меня, парусники. Дельфины, наверное. И Мишенька, который нас снимает. Привет! Надо... Поехали в аэропорт, Гарик. Хорошо. В аэропорт, а потом в самолет. Нельзя же сразу. А песенку шофера какую-нибудь на итальянском языке, раз ты в Италию хочешь. Давай, начинай. Да нет, ты споешь. Я? Да. Аморе, аморе. Нет, давайте я по-русски спою. Давай, спой по-русски. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, улитки проснулись. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, птицы запели. Улитки проснулись, птицы запели.
запели, звери проснулись, медведи проснулись. Сейчас. Как правильно снять свой отдых, чтобы все завидовали, и правильно выбрать плавки. Плавки, в которых я сейчас. Эти плавки не годятся, потому что в них удобно, в них хорошо загорать, в них ничего не болтается, как в проруби. Наши комментаторы скажут: так не принято, в Европе так не ходят. Хотя это полная хрень, в Европе ходят точно так же. Нет, так нельзя, так только наши недомужики ходят в таких плавках. Плавки должны быть другие, вот такие, посмотрите. Главное, натяните их повыше, чтобы всем казалось, что у вас очень длинные ноги. Если вы не уверены в своем животе, если чудом после съеденных 4 бутербродов на ночь у вас не появились кубики, то не стоит снимать майку, лучше остаться в ней. Ну, типа вы сгорели. Итак, помним, ноги, поза, красота позади и, конечно же, прыжок. Какая-то фраза должна быть. Как же здесь хорошо! Но мелковато. Даже если очень мелко, притворитесь, что вы полностью ушли под воду. Ну, присядьте немножко и обязательно вынырните из воды с разворота. Главное, вот в кадре не отплевывайтесь. Вот сопли, слюни, все неэстетично. Молодцы, вы купаетесь в море, а я... Мам, ты сама себе делаешь плохо. Почему? Потому что соленая вода всегда вылечивает. Если ты сплаваешь один раз, ну, на глубину, ты встанешь после сна. Ты будешь чувствовать, будто ты уже здорова. Вот. Спасибо. Нет. Хороший совет. Смотри, ха! Ха! Есть, мама! Ха! Нет, мы еще день не можем поработать, и тогда поедем в магазин, на какой-то маленький. Ты каратистка, что ли? Да. А на шпагат каратисты садятся. Нет, а у меня не хватит. Ну ладно. Ничего себе! Молодец! Ну, надо тренироваться. Вот так я умею. А в стену? Я умею. Я тебя показывала. Вот так. Я умею. Мама, ну ты даешь. Есть король? Да, это называется Гаик. Ой, Тостик! Тостик? Где? Тостик капает! А мог бы что? Спасибо, сынок! Папа, хочешь я тебе красивую песенку спою? Давай!
увидели осьминога с оранжевыми глазами. Во, вот он. Вот. Реальный осьминог. Реальный? Подожди, а как это вы его нашли? А я, это благодаря мне, я как увидела, там, думала, что делать, и сказала, я вижу осьминога, вон, посмотрите, это настоящий осьминог, и вот так и делала. А посередине вот такой длинный. Не знала, что делать, потом уже пошла к Тане, всем сказала, я видела осьминога, я глазам своим не верила, потом довольно вот такой, еще такой. Я глазам своим не верил, потому что я первый раз в жизни вижу, как это, вижу осьминога. Первый раз! Хорошо, что это не медуза. Осьминог это медуза, это разные... О, боже мой! Папа, разные, потому что медуза... Папа, фотографируй меня, как я залеза на эти скалы. Подождите, я хотела вам кое-что сказать. Подожди, а как это вы его нашли? А я... Это благодаря мне. Я как увидела, там... Думала, что делать... Посередине казань. За окном красота, а я весь день у плиты кашеварю потихоньку. Тут что-то зеленое, тут зеленое. Говорят, полезно. А что это вы тут делаете? Что может быть вкуснее сардинок? Скажи. Нет, лучше сардинки. Еще и белини принесли. Почему? Да что тот еще не готов. Мне тут подождать, да? Да. Папа, иди! Пойдем? Ну, пойдем. Как скажешь. Звезды! Задувай! Задувай! Днем рождения! Ура! Папа, ты ждал этого время? Какого? Когда твой день рождения наступит. Да. Сильно? Да. Пап, у Гарика что-то... Сломался телефон. Серьезно? Да, ему надо. Бабочка, у меня сломался телефон. Какие наши действия? Никакие. И у меня пап сломался телефон. В Москве у вас. Потому что новенький телефон вам подарили. Вы забыли? Так что на день рождения у вас, когда приедем, сразу новый телефон. Милый папа, поздравляю, желаю счастья, мира, радости желаю. Не гуси, не огорчаться, будь веселым, улыбаться. Для доста еще пожить и всегда здоровым быть. Вот это морские ежи. Так. Это рыбки. Спасибо, мой любимый. Меня папуля самый лучший, поверь тебе, правду говорю. Ты для меня как солнце, теплый лучик, я тебе свою любовь дарю. Я, дочка, поздравляю с днем рождения, желаю без болезни долго жить. И каждому и каждому жизни дрожить. Спасибо! Ой, что это такая красота? Подушечка такая, я сама ее делала. Сама сделала подушку? На ней будешь. Настояла, не хотела тебя будить.
Спасибо, Лизочка. Что это? Это сова. Я буду спать, играть и с ней любить. Спасибо, моя любимая. Я сама это все сделала. Я сама только мне... Как? Вот эту сову? Просто мне приложила просто его цветочек, а эту втыкала иголочку. И получилось. Вот что у меня с утра под дверью. Это Гарри поздравил, это, наверное, от Аллы. Папа, Лючи и Смуси, я рада, что его сын. Сегодня у меня главный гость, а это день рождения твой. Папа, вот сейчас. Папа дорогой. Ой, спасибо тебе, Гарик, спасибо. Спасибо, дайте поцелую. Дай, куда пошел? Что может быть вкуснее сардинок? Скажи. Нет, лучше сардинки. Еще и Беллини принесли. Ну, это жизнь. Молодец. Лиза, у тебя есть какая-нибудь диета? Да. Какая у тебя диета? Буряников. Хорошая. Русская такая, да? Как у нас дети правильно питаются? Вот как в книжке написано? Ну, режим точно питания нельзя нарушать. Лиз, не говори режим питания. Вот как вот такое невоспитанное выражение. Знаменитый шоумен Максим Галкин отметил 42-летие. В день рождения рядом с именинником его семья – Алла Пугачева и двое детей – Гарри и Лиза. Юморист называет их главными сокровищами своей жизни. Как бы их ни стыдили, ни поливали грязью, но Алла Пугачева и ее молодой муж Максим Галкин демонстрируют идиллию в браке. Всем врагам назло пара счастлива и воспитывает 4-летних сына и дочку. Максиму Галкину исполняется 42 года, за которые он много чего успел. Построил успешную карьеру на телевидении и создал крепкую семью. Не секрет, что у четы большая разница в возрасте, которую постоянно упоминают злопыхатели. Но это, по всей вероятности, вовсе не влияет на их чувства жены и мужа, который просто боготворит избранницу. Пугачева также не скрывает, что в пятом браке наконец обрела счастье. Примадонна российской эстрады не забыла публично выразить чувства супругу. Она трогательно поздравила Галкина. Большая часть подписчиков исполнительницы присоединилась к поздравлениям и поблагодарила ее за откровенность, ведь она доказывает, что любви все возрасты покорны. Максим Галкин часто восхищается женой. На днях он показал удачный кадр. Любимая была изображена заметно посвежевшей. Недоброжелатели уверены, имел место фотошоп, а более лояльно настроенные пользователи не считают это важным. Ну а Алла Пугачева продолжает радовать поклонников эксцентричностью и жизнелюбием. На этот раз певица выложила в своем инстаграм фотографию в легкомысленном наряде и в шортах. Привет! Привет!
Улеглось в лесу под вечер многозвучие птичьей стаи. Это как цены. Это по-французски, да? По-французски. Мать журавлика целует, поскорее засыпай. Он на маму смотрит нежно и качает головой. Она слушает этот концерт с Иоанном. Там надо экранку учить, вот этот кинотеатр. А сейчас включу вам. Ну не пусть папа оденется. Я хочу увидеть небо голубое, голубое. Я хочу увидеть небо, ты возьми меня с собой. Просто Джек, какие вы интересные костюмы у вас. Прилетел залетный ветер на зеленых парусах. Я как увидела, так думала, думала, что делать, и сказала, я вижу много, вон, посмотрите, это на пляже. А посередине вот такой длинный. Белым соснам корабельным, о приливах и штормах, и журавлик несмышленый, но качает головой. Я хочу увидеть море голубое, голубое. Я посмотри, поля разлетла. И вот корабль, корабль. Вон, видишь? Как красиво, как на картинке. Я хочу увидеть море. Ты возьми меня. Не так, конечно, не так, конечно, не так. Вновь любимый улетает за ветра и за моря. Он увидит, он узнает, как рождается заря. И в минуту расставания... Помой голову. А мы тебя любим. И я вас люблю. Сильно. Ну ты маму-то. Я скажу ему, родной, я хочу увидеть землю голубую, голубую. Я хочу увидеть землю, ты возьми меня с собой. Это вкусно. С собой. Ну это ж хорошо, но же ребятки по ней скучают. Сейчас будет есть вот это. Ал, как это называется? Шпинатный супчик. Надо сметанки еще, да? Можно. Прелесть какая. Сейчас кудер будет.
Молодец. Лиза, у тебя есть какая-нибудь диета? Да. Какая у тебя диета? Пряников. Хорошая. Русская такая, да? Как у нас дети правильно питаются? Вот как в книжке написано. Ну, режим точно питания не на, нельзя нарушать. На, Мамис, не говори режим питания. Вот какое-то такое невоспитанное выражение. Что может быть вкуснее сардинок? Скажи. Нет, лучше сардинки. Еще и Беллини принесли. Ну, это жизнь. Что это у тебя? Оливки. Живые оливки. Сейчас. Хей! Привет! Ну, ешь теперь. Я? Вот так. Здоровое питание. Мама, мне дай. Я буду есть. Вот так. Что вы такое приготовили? Вот такое блюдо. Это же шашлыков, спагетти и салат. И салатом. А что вы такое ели, что вы такой горяненький? Мы просто пробовали салат, он вкусный и невкусный. Понятно. Ну, вы отлично приготовили все. И спагетти, и салат. Грацио. Я давно ем. Как 31 декабря вот случился праздник, и все начали есть, и я остановиться не могу. И я каждый раз подхожу к холодильнику, а там что-то вкусное. Вот. И так вкусно вот взять котлетку, берешь хлебушек вот так вот, понимаете, на хлебушек вот так котлетку, еще вот такую маленькую котлетку сюда, какой-нибудь огурчик сверху, потом так вот берешь, понимаете, вот, и вот. Ну, соусом вкусно. Реально. Все это в 2 часа ночи. А ночью особенно вкусно. Откуда ты такой знаешь? А я знаю. Знаешь почему? 11, 1, 16, 6, 17, 7, 18, 8. Это идется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10 плюс 10, значит 20. Потому что 11 это идется как 1. Ага. А 15 это идется как 5. Вот. И так считается по горочкам. И так 40 это, наверное, 3. Про 3. А 19 это 9. Ну, то есть 10 плюс 10 равно 20. Итак, Лиза, слышь,
Лиза, я в воздухе написал твое имя. Да, вот прямо здесь. Лиза, смотри, я волшебник. Я не знаю, как так получилось. Твое имя висит в воздухе. Это чудо. Сейчас тебе покажу. Конечно, это прикол. Твое имя в воздухе висит. Это чудо. Вот, смотри, видишь? Ты видишь? А я вижу. А папочка? Смотри, я волшебник. Папочка, а как это ты сделал? Давай я что-нибудь. Я сам не знаю, как я это сделал. Это чудо. Ну-ка. Давай, а ты пеюзу и вечерела лава. Я утыки, я лава. Лава, я за я упали. Это итальянский, это итальянский. Лава, аллея. Лава, вот это да. Для чего так делают головой? Просто потанцевать вот так. Косички. Хорошо, что я припрятал все хлебное и сладкое. Ой, начну с баранками. Вот, открываем, насыпаем в тарелочку и будем есть. Французский, да? По-французски. Папа, хочешь его подержать? Ой-ой, он слезает. Поехали уже домой. Хочу маме его показать. Он тебя не обидит. Он же добрый. Можешь мне дать его? Держи. Куда улетела? По своим ребяткам. Ну это ж хорошо, но же ребятки по ней скучают. Я знаю, где живут все божьи коровки. Где? Сейчас мы с тобой найдем это место. Пойдем. Пойдем. Смотри, она вот там, на той площадке. Пойдем посмотрим. Lise, on fait l'exercice. Tu lis, s'il te plaît. La. La colle et sur le. Table. Table. Le.
Люка, Лёна, Сурет. Livre. Le livre ou le cahier. Et maintenant, tu barres le mot « yeux ». Comme ça, tu ne te trompes pas. Tu peux chercher le mot « nez » maintenant. « Nez ». Où est le dessin du nez ici? Où est le nez? Oui. Combien de lettres? Combien de lettres? Compte les lettres. Fall down, all fall down, all fall down. Sticks and stones will all fall down, my fair lady. Build it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build it up with wood and clay, my fair lady. Сыр-бор разгорелся после того, как Галкин опубликовал в Инстаграм свежее видео. «Новая арифметика от Лизы», – подписал ролик Максим. На записи дочка звезд в белом платьице и с белыми бантиками в волосах сосредоточенно говорит о способах сложения чисел. Папа явно не разобрался в системе, а малышка в ней уверена, ведь она смогла сосчитать, что 10 плюс 10 будет 20. Между тем, ее знаменитая мама Алла Пугачева как-то упоминала об открывшемся у дочки интересе к математике. Уж присматриваясь 4,5 года за Лизой, но все говорят, какая она артистичная, какая девочка, какая капать-капу-пу. Я бы ее в жизни не выставляла, а вот Макс все время выставляет. Но или ты математик, потому что она очень любит вот математику, такая организованная. В восторге были не только обычные пользователи. К общему восторгу присоединились и знаменитости. 10 плюс 10 равно, равно 20. Откуда ты это такое знаешь? А я знаю. Знаешь почему? 11, 1, 16, 6, 17, 7, 18, 8. Это идется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10 плюс 10 значит 20. Потому что 11 это идется как 1. Ага. А 15 это идется как 5. Вот. И так считается по горочкам. И так 40 это, наверное, 3. Про 3. А 19 это 9. То есть 10 плюс 10 равно 20. Посмотри, дети нюхают под мышками. Кто нюхает под мышками? Всегда нюхают парни под мышками, которые в цирке работают. Как там? Которые гири поднимают. А зачем? Ну, не знаю зачем. Вот спроси у цирка. У парня, который нюхает под мышками. А тебе это нравится? Я не знаю, нравится мне или не нравится. Я, кажется, не нюхаю. Они показывают силу просто. А, ну слава богу. Надо ремешок подтянуть. Вот так. И у него поднялись мышцы.
Как будто к нам вышла девушка из цветочного магазина. Ткань очень тонкая, дышащая. Прекрасный наряд для лета. Молодой человек в шикарном костюме. Да. Юбка с футболкой и ветровка. Если вдруг пошел дождь, то девочка легко может накинуть эту ветровку себе на плечи. Легким движением руки брюки превращаются брюки в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязь. Вечерний наряд. Отдых на море. Прелестная незнакомка. Прелестный дуэт. В таком наряде можно пойти покататься на яхте, посидеть на берегу моря. Пойдем покатаемся на яхте. Поворачиваемся. Катаемся на яхте, пойдем домой. Смешно все говорит. Самолет. Вон мне самолет. Раз. О, семейство. А, давайте как ракету. Гайку ракету у меня, ракету. Гайку ракету как мне. Давайте. В смысле, бросать? По очереди бросать. Так, ну давай. Для тебя. Слушай, ты скалолаз прям. Смотри, как я еще умею. И всю дорожку муравейную растоптала. Посмотри, тут же ты сам глазами не видел, тут дорожка муравейная. Покажи. Не, иди не по этой дороге. Гарик, иди. Гарик, я сказала, не по этой дороге. Видишь, тут муравьиная дорога. Иди по той дороге. И вот муравьиную дорогу. Значит, уходи. Ну, я раз... здесь люблю ходить. Гарик, а если ты будешь тут ходить, ты их убьешь. Как тебе сказать? Не точно. Как тебе именно... Вот тут надо... Как вот? Ваше величество. Милый папа, поздравляю, желаю счастья, мира, радости желаю. Не гуси, не огорчаться, будь веселым, улыбаться. Для доста еще пожить и всегда здоровым быть. Вот это морские ежи. Так. Это
Спасибо, мой любимый. Меня папуля самый лучший. Поверь, тебе правду говорю. Ты для меня как солнце, теплый лучик. Я тебе свою любовь дарю. Я дочка, поздравляю с днем рождения. Желаю без болезни долго жить. И каждую часть, и каждую жизни, жизни дрожить. Спасибо. Ой, что это такая красота? Подушечка такая. Я сама ее сделала. Сама сделала подушку? На ней будет какая... спина. Еще нельзя с тобой. Тебя будут пускать. А почему? Так что тот еще не готов. Мне тут подождать, да? Да. Папа, иди! Пойдем? Ну, пойдем. Как скажешь. Задувай! С днем рождения! Ура! Папа, ты ждал этого время? Когда какого? Твой день рождения наступит. Да. Сильно? Да. Пап, у Гарика что-то сломался телефон. Серьезно? Да, ему надо... Папочка, у меня сломался телефон. Какие наши действия? Никакие. И у меня, пап, сломался телефон. В Москве у вас новенькие телефоны вам подарили. Вы забыли? Так что на день рождения, вот, когда приедем, сразу новый телефон. Диета? Да. Какая у тебя диета? Буряников. Хорошая. Русская такая, да? Как у нас дети правильно питаются? Вот как в книжке написано. Ну, режим точно питания нельзя нарушать. Лиз, не говори режим питания. Вот какое-то такое невоспитанное выражение. Что может быть вкуснее сардинок? Скажи. Нет, лучше сардинки. Еще и беллини принесли. Ну, это жизнь. Вот вы молодцы. Вы купаетесь в море, а я... Мам, ты сама себе делаешь плохо. Чем? Потому что соленая вода всегда вылечивает. Если ты сплаваешь один раз, ну, на глубину, ты встанешь после сна. И ты здоровый. Уже чувствуешь, будто ты уже здорова. Вот. Спасибо. Хороший совет. К нашим друзьям. Все нарядились. Да. Лиза, что на тебе, расскажи. У меня цветочки. Такое платье в цветочках. Ну, вроде у меня я сегодня белоснежная. Так, Клава, расскажи, что у тебя. Папа. Сейчас расскажешь. Я сегодня золотистая. У меня колечко розовое и сережки. Так, Кристиночка, как ты оделась? Ой, я сегодня голубенькая. Прекрасно. С пайетками. Будь здоров. И кофточку, которую мама подарила. Что ты надела? А что было, то и надела. Что налезло, то и пошло. Белая воздушная. А, да, я как моя дочурочка младшая. Белая, беленькая воздушная. И Гарик у нас вон. И два мужика моднючих. О, красавцы! Это у меня, парусники. Дельфины, наверное? И Мишенька, который нас снимает. Привет!
алмаза. У нас детский лагерь. Плюс собака. Да, Гарри? Да. О, Господи. Когда, пока тебе не починят телефон, это будет долго. Гарри, пока тебе не починят телефон, ты будешь пользоваться моим. Оле, оле, оле. Ура, оле. Не зря. Мам, посмотри, полярная звезда. И вон корабль, корабль. Вон, видишь? Как красиво, как на картинке. Шоколад. Так, с физалисом. Это с клубникой. Марусь, это все тебе нельзя. Произведите выстрел по пирсу. Thank you.